дамы и господа, мы с вами едем с вашим невозмутимым водителем. Я не хромой. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Как это больно. Сегодня ведущая я одна. Все, стоп. Здесь мы решаем, все или не все. Офигеть. О, Москва! Я не умею тормозить. Дамы и господа, мы с вами едем по приличной дороге с вашим невозмутимым водителем. Здесь, далеко от городской суеты, на фоне сказочных гор, можно почувствовать себя по-настоящему комфортно и уютно. Я жана кыз келе салысымен кала конактары болсун, тургундары болсун, машиналарына мине бирден тау бөктөрүнө келүүгө асыгат. Өйткени Шымкенттин айналасында да кыз мезгилинде демалууга жагдай жасалган. И это в Тау Самала. Чистый воздух, мягкое солнце благоприятно скажется на вашем организме. Бизде көчтөн калмайык деп осында келип отурмуз. Бүгүнкү багдарламабызды осындарына арнамакпыз. Эндеше багдарламабыз баштайык. Армысыздар ма? Всем привет! И мы начинаем программу «Открывай Шымкент». Тау Самалы, встречай нас! Горнолыжная база Тау-Самалы расположена в живописном уголке Туркестанской области Толибийского района, в одном часу езды от центра города Шымкента. На территории комплекса расположена лыжная база Алатау, протяженность трассы которой составляет 2500 метров. В любое время вы можете покататься на лыжах, сноуборде или санках, а также воспользоваться услугами гондольной дороги и аренды снаряжения. Шанамен сырғанайым десеңізде, немесе арнайы шаңғымен төменге түсем десеңізде, өз еркіңіз. Бастысы абай болуша. Мұндағы тәртіпті бұзбай, техника қауіпсіздігін сақтасаңыз болғаны. Так, открыть это. Ага. Ай-яй-яй. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Как это больно.
первую очередь открывается вид на канатно-кресельную дорогу. Ее мы и решили опробовать в первую очередь. Я он у меня сен тон тубесным гараб, кстати, один из пейзажных клогер был вас. Яна, быстренько язык кет. Поехали. Классно. А, ноги надо ставить. Диана! Офигеть! Ну ты смелый, мы не закрыли дальше. Ең басты жерге қарама, өте қорқынышты. Қорқып қалу мүмкін, Диана. Висячий мост, канатная дорога. Протяженность 165 метров открывает прекрасный вид на окружающую местность. Держи, 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 держи. Хлоп-оратор. Нужно быть очень аккуратными, да, и соблюдать технику безопасности. Кстати, несмотря на все это, здесь многие, сидя на такой вот удобной сидушке, умудряются чай пить и даже сфоткаться. Да. Желдің қаттылығына қарамастан, табиғаттың әдемі сұлулығы оның барлығын орнын басып тұр. Өйткені мұндай керемет табиғатты көру бәрінің арманы деп ойлаймын. Да, я абсолютно согласна с тобой. Қараш, не деген керемет. Нереально, просто да. Шана мен сырғанау 3000 теңге тұрады. Мини-көліктің рөлі бар. Ол бөгеттерге жақындағанда оңға солға бұрып отыру үшін. Тежегіші жоқ, сол себепті бар жылдамдықпен төмен қарай бірақ түсесіз. Аунап кетуіңіз де мүмкін, бірақ қорқудың қажеті жоқ. Мұнда техника қауіпсіздігі толық сақталған. Смысле живучий, ты таланна. Смотри, несмотря на весь холод и мороз, который сейчас очень сильно бьет по лицу и не только, смотри, какой невероятный вид, такое ослепляющее солнце и ослепляющий снег. Ты все? Можно я тоже что-то скажу? Қанат жолдарында міндетті түрде көзілдірікті ұмытпаңыздар, өйткені салқын жер көзге қатты әсер етеді. Жылы киініп жүріңіздер, соны да ұмытпаңыздар. Мне не холодно. Мне не только холодно, а мне и страшно. Осталось совсем немного. Совсем немного, 2 километра. Посмотри, здесь можно летать. О, Москва! На вершине вас ждет сюрприз. Это частичка Москвы и Астаны. А самое главное, это сказочный пейзаж, который невозможно передать словами. Я тау басына арная бәйтеректіде орнатқан екен, бірақ Нұрсұлтан қаласындағы бәйтеректің егізі деп айту өте қиын. Сонда оң жағымызда өздеріңіз көріп тұрғандай, Мәскеудің де бір белгісі ретінде Мәскеудегі кешендерді де сап қойған екен.
тормозить. Инструктора говорят, что полноценно можно встать на лыжи и кататься, как вот здесь катаются многие, уже не в первый раз приехавшие гости. Можно после 4-5 раза. Как видите, у меня первый раз, но мне сказали, что это уже неплохо. А можете посмотреть Нурлана пока что. Вот посмотрите, вот там он пытается встать. Если лыжи не ваш конек, то санки, ледянки, снегокаты – ваши лучшие друзья на этом отдыхе. Спуск по небольшим горкам на них подарят непередаваемые ощущения. Всплеск адреналина и море положительных эмоций. Тоңып қалсаңыз, мұнда арнайы үйлер қарастырылған. Отбасыңызбен келіп демалуға жақсы мүмкіндік. Түнеуге де болады. Мейрамханада жұмыс жасайды. Үйлердің түр-түрі бар. Екі адамдықтан бастап, люкс классындағы коттедждеріне дейін. Начнем? На территории ежедневно работают рестораны, бары, сауны и бассейны. Действует даже несколько видов ресторанов. Здесь уже проводятся корпоративные вечера, кудалыки и другие торжества. Оздоровительный комплекс предоставляет размещение в современных, комфортабельных номерах и коттеджах европейского класса. Я пока что поеду на санках. До новых встреч! На данный момент я так думаю, что есть несколько зон отдыха. Да, это, конечно же, в первую очередь Таусамала, потому что горнолыжная база, она очень интересная, дороги хорошие, очень много приезжает иностранцев, то есть все как бы условия созданы. Также у них по поводу размещения никаких проблем, да, то есть эта база располагает с местами достаточное количество мест, скажем так, для туристов. Если был бы снег, конечно, спроса было бы намного больше. Но на данный момент это действительно, во-первых, база хорошо предназначена для зимнего вида отдыха. Да, это лыжи, сноуборды, санки. Это также хорошо относится к семейному отдыху. Могут приехать и дети, и взрослые, хорошо проводить корпоративы, например, новогодние, потому что свежий воздух все-таки, и что нравится, вот, что самое главное, недалеко от всех, от города. То есть время трансфера не так много занимает. Конечно же, это большой плюс. Было бы хорошо, если бы у нас было бы еще больше зон отдыха, что летний вариант, что зимний вариант, потому что город наш растет, вы сами понимаете, а помимо этого очень много приезжих гостей к нам приезжает. И они живут, например, не 2 дня, не 3 дня, можно сказать, на данный момент уже есть что посмотреть, отдохнуть. Это же не только музеи, не только это торговые центры, это не только мавзолей, это также у нас получается, хотят попробовать нашу еду, очень интересную, да, нашу национальную еду. Помимо этого, хотят посмотреть очень много сувенирных лавок, помимо этого. Даже хотят посмотреть наши базары, рынки наши хотят посмотреть, что тоже для них интересно. Потенциал, как говорится, очень огромный.